Близится весна, и к лету хотелось бы немного сбросить лишних килограммов. Раньше для этого я использовал такое приложение, как счетчик калорий или калькулятор калорий. Ссылка будет в описании. Теперь же я хочу попробовать другое приложение, которое называется Fat Secret. Или как-то так. В общем, суть дела в чем? Будем ограничивать себя в потреблении лишних калорий. Ну, то есть уберем где-то так процентов 30-40 калорий от суточной нормы. И, соответственно, на ночь ничего жирного жрать не будем. Будем немного пытаться сбросить вес. В идеале хотелось бы, конечно, килограмм 10. Опять же, повторюсь, это все сугубо индивидуально. Я никого ни к чему не призываю. Единственное, что хочу сказать, судя по своим ощущениям, как я себя сейчас чувствую, есть небольшая отдышка при ходьбе, дискомфорт. Дискомфорт в том, что вещи прошлого года совершенно не подходят на тебя. Вот. Это не из-за того, что я там бросил курить. Когда я бросил курить, я нормально держал вес. Просто после новогодних праздников как-то резко запустил себя. И в течение так называемой спячки зимы накопилась вот такая вот гадость. Поэтому всем, кому интересно, кто хочет за этим последить, я буду выкладывать свои отчеты каждый день и в еженедельной форме выставлять это все на своем канале. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока! Для того, чтобы контролировать потребляемую пищу, нам понадобятся вот такие вот весы, которыми я уже пользовался и которые, обзор на которые есть у меня на канале. Далее вместо вот такой большой миски я буду использовать миску в два раза меньше. То есть вот этой миски вообще хватает для того, чтобы наесться. И лишний вес скапливается из-за того, что мы просто тупо банально переедаем. Вот мы едим не столько, сколько нужно нашему организму, а так называемым запасом, потому что там очень вкусный суп, очень вкусная каша, и поэтому хотим насытиться, распробовать, поесть с запасом, и этот запас вылазит потом боком. Буквально каждое утро, передвигаясь по городу, с утра это до автобуса и после трамвая, после пересадки на работу, ну и в таком же порядке обратно, я успеваю быстрым шагом находить 3000 шагов. Ну то есть уже 6000 у меня каждый день при походе на работу есть. Следовательно, мне нужно будет еще 4000 в процессе работы. Ходить стараюсь вот таким вот быстрым шагом с небольшой кардионагрузкой, что дает дополнительные бонусы к сбрасыванию веса. Очень сильно нравится то, что можно какие-то две остановки, которые вам надо пройти, проехать по работе, вы можете пройти, либо проскакать, как это делаю я, быстрым шагом. Вот таким способом вчера у меня набилось 16 тысяч шагов. Это отличная альтернатива того, чтобы бегать по утрам, заниматься спортивной ходьбой по утрам. Ну, короче, рано вставать и бежать в парк для того, чтобы сжечь немного калорий. Вот, таким образом, делая свой день более активным, мы способствуем сжиганию лишнего жира. Традиция. Сейчас сделаем кашку для всего нашего дружного коллектива. Ну и заодно сам позавтракаю. Но это будет уже где-то ближе к 10 часам. Встаю в 6. Далее еду на работу. Так вот, о чем я. Для того, чтобы заставить себя быть более активным, для этого много усилий не надо. Достаточно просто однажды ошибиться остановкой и проехать ее, либо выйти на
раньше на одну остановку. Вот. И эту остановку посвятить быстрой прогулке. В хорошую погоду вам это будет нравиться, особенно в теплое время года. Ну а далее вы уже настолько втянетесь, что не будете замечать, как на автомате будете это делать. Главное где-то первую неделю себя заставить. Это самое основное. После того, как у вас это получится, все остальное будет уже на автомате. Попробуйте на одну остановку раньше выйти, либо проехать свою остановку, либо если вы работаете там недалеко от работы, ходить пешком. Но не просто ходить, а ходить быстро, для того, чтобы была кардионагрузка. Сегодня поговорим про сам метод. Идея очень проста. Дело в том, что мы просто ограничиваем количество потребляемой пищи, то есть ограничиваем себя в потребляемых калориях. Это, ну, обычная банальная математика. То есть вместо того, чтобы съедать 2000 килокалорий там, или 3000 килокалорий, как нам показывает программа, мы съедаем меньше. Для того, чтобы сделать какой-то перекус на бегу, ну, в плане того, что не всегда я нахожусь в офисе, где можно перекусить на бегу, это зачастую какой-нибудь фитнес-батончик типа там Good Mix, типа фитнеса, вот. Либо чашка кофе, либо 200-граммовый маленький кефирчик. Агуша там 3,2 в основном. В принципе, это все выходит где-то на 300 килокалорий в общей сложности. Такой полноценный перекус. Вот. Опять же, повторюсь, для того, чтобы сбросить вес, мы не используем голодание как таковое. Мы просто урезаем, ну чисто математически урезаем количество поступаемых калорий в свой организм, да и все. Вот. Не обязательно там целый день ходить голодным. Нужно заставить себя сделать там 4-5 перекусов через определенное время. Вот. Тогда вы не будете чувствовать чувство голода, у вас не будет никаких проблем, там вы нормально взяли, сели, перекусили. Вот, опять же, полноценный завтрак, он усиленный, потом чуть меньше калорий в обед, ну и, соответственно, перекус уже и ужин уже низкокалорийный должны быть. Вот. Причем продукты, которые вы будете употреблять, должны быть не определенные там, жирный, нежирный. Вы можете есть все что угодно, опять же, повторюсь. Вот. Ну, естественно, ну, на ночь вам лучше всего будут заходить фрукты, чем там сало, мясо и все остальное. Вот. Также я полностью отказался от хлеба. На данном этапе заменили разные эти самые, как же они называются-то? Правильно, они называются хлебцы, либо палочки хлебные. Вот. Это такое пенообразное, порошкообразное, там из кукурузы сделанные, прессованные таблетки. Ну, поэтому кому что нравится. Кому-то нравятся ржаные хлебцы, вот, бородинские. Тут уже на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Вот. Кому что больше зайдет, то и пользуйтесь. Единственное, что вы должны знать, если вам программа насчитала, допустим, там 2800, как мне, килокалорий, вот, я стараюсь до 2000 килокалорий в день потреблять. Ну, то есть это от 1,5 и выше. Вот. Ну вот и все. Для вас пронеслось как 10 минут, а для меня прошла целая неделя, за которую получилось скинуть 3 килограмма и 400 грамм. Рад я, конечно, рад. Но останавливаться не будем. Все это будет продолжаться. И впереди нас ждет вторая неделя, которая будет еще интереснее, чем первая. Если кому-то тоже захотелось попробовать, проконсультируйтесь сначала у врача, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые года. Хотелось бы в очередной раз повторить о том, что никакой специальной диеты я не придерживался. Ел все то, что ели мои домашние, либо на работе с коллегами. Единственное, в чем я себя старался ограничить, это хлебобулочные изделия и
Второе, в чем я себя пытался ограничить, это мясо. Ну и теперь немного по динамике. По приложению видно о том, сколько калорий я потреблял. Также там видно, какие полезные элементы я потреблял и в каком количестве. Вот, про себя скажу, что вечером я старался брать всего лишь навсего кефир, либо кофе и какой-нибудь злаковый батончик. Этого хватает для того, чтобы насытиться до сна и нормально пережить сон. Есть вообще не хотелось, да и в принципе сейчас не хочется. Ну и на втором скриншоте вы можете увидеть динамику по активности в приложении MiFit. Вот, там кардиотренировки были проведены и активность в течение часа, в течение дня. То есть, ну как бы час активности каждый день должен быть. Вот. Пробуйте, устанавливайте приложение себе. Пробуйте себе сделать то же самое. Если у вас получится, оставляйте ссылки в описании к этому видео. Пускай другие тоже узнают, что у вас тоже получилось сбросить и сколько. Впереди нас с вами ждет вторая неделя. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое за оценку. И я не прощаюсь, а прощаюсь лишь до следующего видео, которое будет в следующую субботу с новым отчетом. Всем пока.